Мої вітання в ефірі програми Тема дня у студії для вас працює Артем Лисенко. У Дніпрі розпочався капітальний ремонт вулиці Короленка. І 12 червня у мерії презентували проєкт реконструкції, згідно якому центральна вулиця міста, одна з центральних вулиць міста стане пішохідною. Тож сьогодні у нашому ефірі ми будемо обговорювати проєкт реконструкції, його можливі наслідки. Поговоримо про ремонт інших інфраструктурних об'єктів, а також торкнемось змін у транспортній інфраструктурі. Міста і говоримо про це сьогодні з нашим гостем, заступником міського голови міста Дніпра Михайлом Лисенком. Пане Михайло, доброго дня! радий вітати вас у Доброго рі. дня. Тем багато питань багато. Тож будемо одразу розпочинати. Розпочнемо з вулиці Короленка. Я нагадаю, що 7 червня мешканці міста на ділянці ремонту провели акцію протесту під назвою Заважає не ріж під час якої власне протестували проти зрізання платанових насаджень. Активісти зазначили, що Винищення зелених насаджень міста може призвести до загального підвищення температури повітря у місті, а також до зниження об'ємів кисню. Отож, пане Михайло, чому було прийнято таке рішення вирізати ці дерева, що буде на їх місці, і чи можливо оцінювали ви цей збиток, про який кажуть активісти щодо підвищення загальної температури, щодо mm -hmm. зниження об'ємів кисню? Совершенно логичная акция. Причем, должен сказать, те же самые персонажи, которые проводили эту акцию на 70% в этом же составе, зимой прошлого года, когда у нас был выпадал обильный снег, и когда э, на улице Короленко, в связи с тем, что на деревья налипло снега, было повреждено три транспортных средства, только за зиму и городской совет заплатил ущерба порядка там, 350 тысяч гривен, точно такая же была акция, э, заважая зриж. То есть точно так же люди возмущались и говорили, почему не производите обрезку крупных деревьев, ветер, падают ветки, повреждают людей, повреждают транспортные средства. То есть в любом случае эта акция имеет такой трусливо-политический характер. То есть там одна особо решила показать себя, какая она умная, всех собрали. То есть, ну, это чисто такое, знаете, закончатся выборы, деньги по 50 гривен никто никому выдавать не будут, и вся акция закончится. Также, почему же все-таки было принято решение реконструировать улицу Короленко, почему убрали деревья, будут, не будут, и на сколько тысяч градусов повысится в результате восьми срезанных деревьев температура в городе Днепр. Прежде всего, кто ездит по ближнему-дальнему зарубежью, кто смотрит на все развитые города, любой житель, гражданин скажет о том, что действительно в большинстве европейских городов центральная часть города является пешеходными. И наш город не будет этим исключением. Это тренд всех городов мира, абсолютно развитых городов мира. И нами было принято решение начать с улицы Короленко. Что именно, на, какой, на каком участке улицы Короленко? Речь идет от проспекта Евроницкого и до улицы Челюскинцев. То есть на всем этом участке было принято решение заменить все сети водоснабжения, водоотведения, газа, электроснабжения, подачи тепла. Учитывая то, что большинство сетей, в частности сети водоотведения, проходят непосредственно под кронами самих деревьев. То есть они были, эти сети были построены более 80 лет назад. За это время деревья разрослись, и приступать к их демонтажу без демонтажа деревьев не представлялось возможным. Но я вам даже так скажу, даже если бы деревья не мешали, в любом случае их бы демонтировали. Поскольку деревья в настоящий момент достаточно взрослые, и создают большое количество проблем это, во-первых, достаточно дорогая их содержание в частности, в том числе и в центре города. Это постоянная обрезка. В результате воздействия ветров, либо неблагоприятных погодных условий, такие большие деревья повреждают и людей, как я говорил, и транспортные средства. Поэтому нами было принято решение демонтировать 8 деревьев, и вместо 8 деревьев там будет высажено 70. То есть вместо 8 там разных деревьев, там платан был старый, акация, там один тополь, у нас будет 70 платанов. Пусть тот, кто говорит о повышении температуры в городе, Возьмут в руки калькуляторы, почитают, что такое 1 и что такое 70. То есть ни о какой повышении температуры из-за срезанных 8 деревьев речи быть не может. Мы заменим там все сети, какие я сказал. После этого там будет уложена гранитная плитка то есть не имитация гранита, а настоящая дорогостоящая гранитная плитка. Там будет два фонтана, там будет декоративное освещение, там будет освещение деревьев, там будут лавочки, там будут малые архитектурные формы, там будет декоративное освещение улицы. То есть это будет такой самый знаковый ремонт за последние несколько лет улицы. Мы планируем закончить ее до конца этого года. После этого улица станет полностью, этот участок улицы станет полностью пешеходный. И я хочу сказать, это не последний объект, который в центре города у нас станет пешеходный. Сразу после этого, как только перекрыли улицы, массовые возмущения, вы парализовали весь город невозможно не пройти не проехать, но ну, прошло буквально неделю и как мы видим проб, пробок не существует, не существует их э, их стало существовать еще меньше, если были какие-то там незначительные пробки, то после того как на проспекте Героев Майдана мы установили пешеходный светофор пробок как таковых практически нет, то есть это было вызвано тем, что люди стояли на светофоре там, перед гостиницей Украины 45 секунд на светофоре. Потом они подъезжали к площади Героев Майдана, где хаотично наши жители передвигались. И там опять им надо было, они были вынуждены стоять, опять пропускать пешеходов. Причем пешеходы Двигались, как им заблагорассудится. Даже сейчас, если вы приезжаете, смотрите, установили светофоры. И тем не менее, в настоящий момент некоторые отдельные жители их передвижение напоминает не сколько передвижение пешеходов, а какое-то броуновское движение. То есть они продолжают бегать так, как они считают нужным, хотя создают проблемы и водителям. И вы знаете, у нас там даже было недавно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход. Как я сказал, реконструкцию мы закончим до конца этого года. Кому нравится, кому не нравится, у нас этот проект прошел градсовет, у нас на сегодняшний день к нему нет никаких вопросов, у нас нет к нему никаких замечаний. После того, как мы завершим эту часть, у нас есть еще дальнейшие предложения, мы проводим делать анализ, какие следующие улицы для того, чтобы не нанести ущерб движению транспортных средств, мы сделаем в 2020 году. Я зараз попрошу колег вивести на екран е фотографії того проекту, про який демонструвався у міській раді. А тим часом, пане Михайло, мене до вас буде таке запитання. Ну, дивіться, ви кажете, що е в принципі вся проблема з трафіком була у двох ну. У одному світофорі тепер ще один додався. Да. Але дивіться, виходить, що з від вулиці Фабра до вулиці Грушевського є лише одна вулиця, власне Грушевського, яка веде а, нагору. Тобто, о, власне, кількість машин вона не така, щоб створити затори. Перед тем, как принимать решение о том, оставлять этот участок улицы пешеходным или нет, мы совместно с патрульной полицией, у нас, на каждой, у нас по территории города сейчас уже стоит порядка 900 камер, у нас на, на каждом перекрестке в центре города у нас установлены камеры. Програм, благодаря приобретенному заранее программному обеспечению мы можем посчитать, в какой период времени, какое количество транспортных средств движется в минуту на том или ином участке дороги. После этого когда мы проанализировали все, мы консультируемся на безоплатной основе с одной из европейских инстанций, которые помогают нам заниматься проблемами дорожного движения. То есть с нами было принято решение о том, что участок улицы Короленко, о котором я вам говорил, существенно никоим образом не повлияет на проблемы Підвіження транспортних сред в місті, якщо ви вспомните, то есть, там були безконечні пробки, оскільки по одной, по другої стороні там безконечно припарковано транспортне средство. Там було навіть при существуючому проїзді, приїхать було достаточно А, Ну і тепер про зелені насадження. В цілому, які сьогодні плани щодо зелених насаджень? Я маю на вас і ті штополі, які періодично обрізаються, скільки планується демонтувати, і, як, і чи є якась програма, ну, скажімо так, заміни цих насаджень на якісь більш точніше, менш шкідливі? Два года назад мы приняли программу по плановой замене тополей в городе Днепр. За последние два с половиной года у нас в городе не высажен ни один тополь. В замену тополям мы высаживаем деревья, которые не являются аллергенами. Мы тоже решение это принимали не самостоятельно. У нас были, мы привлекали специалистов из агроуниверситета. Мы, у нас была рабочая группа совместная с нашими аллергологами, возглавляла ее Дедитковская Евгения Михайловна. Были выбраны определенные породы и сорта деревьев, которые не являются аллергенами для жителей нашего города. И согласно их рекомендации у нас был утвержденный список деревьев, которые могут высаживаться на территории города. Для того, чтобы демонтировать все тополя, на это уйдет Достаточно большое время. Поэтому в качестве предварительного и промежуточного этапа было принято решение, начиная со следующего года, мы нашли препарат в Китае, испробовали его на одном из соседних областных центров. Мэр города потом там бегал, меня оскорблял их в Фейсбуке за то, что я проводил опыты над его городом, но потом трусливо удалил свой пост и не хотел брать э, трубку, когда я ему звонил. То есть мы привезли препарат, и благодаря воздействию этого препарата, э, как показал опыт прошлого года, достаточно успешно есть возможность, как бы это не смешно звучало, заменить пол тополю. То есть в ствол тополя делает, засверливается специальное отверстие, и в течение года туда два раза производится вбрызг специального вещества. И когда это вещество попадает в ствол дерева, тополь перерас, перестает э, вырабатывать пух. Мы начнем эту процедуру с зимы следующего года, поскольку сезон уже начался, а все эти работы необходимо проводить где-то ориентировочно в самом начале марта. И начиная с марта месяца мы продолжим э -э, эту работу. До конца этого года мы планируем обрезать 3,5 тысячи деревьев, а также демонтировать где-то порядка 600 единиц. Это 90% это аварийные тополя. В то же время в этом году по планам У нас то що є планах, які дерева, які прибіті на взамін 600 удальних в місті буде висаджено 1300 дерев. Я. Ну а якщо говорити про ті зрізані дерева, ну які вже були демонтовані, що місто потім робить з цією деревиною, яка демонтується, яка зрізається обрізається. Їх передають на комунальне підприємства, які мають собственне котельні, то в тому числі це і ветка, це і ліства. и кора, они все измельчаются, и наши коммунальные предприятия используют их для отопления в зимний период. Центральный мист. <говорит> Яка там сегодня ситуация и как просувается ремонт? Ремонт моста закончен был в декабре месяце прошлого года. Сегодня мы, демонтируем, мы демонтировали старое асфальтное покрытие. Устанавливаем деформационные швы, гидроизоляционный слой. И я думаю, там, к 15, ну, там, максимум там, к 1 сентября восстановление дорожного покрытия на мосту будет закончено. Я думаю, с 1 сентября мы уже поедем в оба направления. Ну а 7 червня було оприлюднено розпорядження міського голови щодо звуження проїзної частини кайдацького мосту, також для заміни асфальтового покриття. Пане Михайло, скільки триватиме роботи і чи планується ще якісь робіт, окрім заміни асфальту по кайдатському мосту, якщо хто обрачав увагу, якщо їхати з сторони лівого берега на правий по крайній правій полосі, там регулярно образуються ями. И кто обратил внимание, кто и живет на левом берегу, мы буквально там заменили полностью все асфальтное, кусок асфальтного покрытия. Это было сделано буквально два месяца назад. И несмотря на то, что асфальт был достаточно хорошего качества, на сегодняшний день эти э, участок дороги уже опять имеют повреждения. Это проблема не в асфальте, а проблема в том, что гидроизоляционный слой при строительстве моста на, именно на этом участке был уложен недостаточно качественно. И в этом году мы демонтируем асфальтное покрытие, демонтируем гидроизоляцию изоляционный слой. Площадь где-то порядка там трех половиной тысяч квадратных метров. Начнем мы эти работы 17 числа. Продлятся не порядка двух месяцев. Мост, понятно, полностью перекрываться не будет, то есть будет какое-то определенное сужение. На все эти виды работы идет два месяца. Зато не ожидают, потому что не закончены еще работы на центральном, и тут же. Ну, смотрите, я вам кадацький. объясню. Если мы сейчас это не сделаем, у нас в следующем году будет достаточно серьезная проблема. На сегодняшний день у нас нет проблем с передвижением по Кайдатскому мосту. Полностью он перекрываться не будет. Mm -hmm. Будет сужена одна из полос. Метрополитен, как нам сегодня э, складывается ситуация, как просуваются работы и есть какие-то проблемы с строительством, с графиками? На сегодняшний день, я думаю, строительство метрополитена ⁇ это одно из самых лучших и продвигаемых у нас в городе, продвигаемых в городе проектов. Работы во всех направлениях движутся достаточно активно. Периодически завозится новая техника, которая опускается на горизонт, где проводят работы. Работы идут у нас согласно графику. В этом году мы закончили новый проект, я об этом у вас, по-моему, в студии рассказывал, о том, что нам пришлось переделать полностью весь проект на метрополитен, вообще вот с нуля и переделать весь. И на это ушло, к сожалению, два года, и дальше мы не могли продвигаться. На сегодняшний день у нас есть все, что необходимо, осталось только работать. У нас есть великолепный подрядчик. У нас є гроші, у нас є проект, у нас є загласована документація, у нас є все необхідне. І на сьогоднішній день ми працюємо достатньо, достатньо активно. Угу. Ну і продовжимо про транспорт. Одне з видань міста оприлюднило лист юридичного департаменту підприємства Татра Юг, яке звинуватило вас у розповсюдженні інформації неправдивої, за їх словами, угу. яка поплюжить підпри... репутацію їх підприємства. Про що йде мова? Це стосується вашого коментаря. У соціальній мережі, я сейчас прошу коллег також вывести цей скриншот на экран, э, де вы коментували закупку трамваев у Німеччині. Там ви зазначили, я процитую, Татра Юх не изготавливает никакие трамваи. За всю историю своего существования они сподобились изготовить один единственный трамвай. Один единственный выпущенный ими трамвай купил Египет. Если мы купим украинские трамваи и они начнут массово погибать, как в Киеве, погибать Львовский Электрон, где будут ваши светы и кто будет виноват? Что это за суперечка. Кто тут правы И как вы планируете цю эту ситуацию? Чи есть ли конфликт между Татра-Югом и вами Ну, У меня нет никаких конфликтов с татра -Юг. Конфликт есть в том, что я сказал то, что является действительной правдой. Татра-Юг изготовила на сегодняшний день один новый трамвай. Один трамвай новый. Раньше они занимались, как и сейчас, в принципе, они его не изготовили. Это называется крупноузловая сборка. Раньше они модернизировали оборудование, изготавливали из различных комплектующих собирали трамваи, которые до них изготавливало другое предприятие. А если говорить о новых трамваях, которых они выпустили, него действительно выпустили один на тот момент, когда я написал пост. Сегодня они выпустили второй трамвай. То есть они выпустили второй трамвай. И в том, что я сказал неправду, если не считаю, что я сказал неправду, пожалуйста, пусть подадут на меня в суд. Я не вижу в этом никаких проблем. И касаемо того, где и как что покупать, решение принимает городской совет. У меня вопрос ко всем жителям. Сейчас все жители озаботились, вот а почему они там купили БУ трамваи, а мы будем покупать и новые трамваи. То есть нам только в следующем, там, в 2020-2021 году, я думаю, в 2021 году нам необходимо купить 60 трамваев. Ну, я думаю, в 2020 году 60 трамваев. Мощность завода, условная мощность, вот они сейчас выпустили два новых трамвая, Условная мощность, со слов тех же сотрудников Татраюк, они, у них мощность 6 трамваев в год. Нам их надо 60 на два маршрута. Давайте посчитаем. Сколько на это идет времени? 10 лет. Компания CRRC, которая был в Китае, они в год изготавливают 2500 трамваев. Компания Siemens изготавливает 400 трамваев в год. Компания Штадлер, если не ошибаюсь, 300. Шкода 70. И Татраюк 6. Кроме того, кто ездил, кто может дать какие-то гарантии, какие-то характеристики на трамвай, который изготавливает Татра-Юг. Он может быть трижды прекрасен. Может быть, через несколько лет выяснится, что это вообще потрясающий трамвай. Но на сегодняшний день на нем кто-то ездил, есть опыт его использования вот именно этой модели, чтобы кто-то на ней поездил 5-6 лет. Ведь смотрите, компания «Татра Юг», они с этим трамваем носились по всей Украине. Они же показывали его везде, там и в Венеции, и везде. Но по какой-то причине ни я, ни соседние города, их не купили. Купил один трамвай Египет, сейчас покупает второй. На это все расходуются бюджетные средства. Вот давайте будем говорить так: у вас есть какие-то ваши личные деньги, которые вы долго собирали, вы заработали. У вас есть, у вас, у вас есть, допустим, там 50 тысяч евро. И перед вами стоит выбор. Есть классный завод, как я там писал, там Пао Гаверла или там. С Сенс какой-нибудь. У них автомобиль, они за все время выпустили два автомобиля. На них долго никто не ездил. Никто не знает э, их технические характеристики. Ломаются они, не ломаются, насколько они надежные, э, насколько они комфортные. И за точно такую же на, на сумму в 5000 евро есть трамваи производителя, которые эти трамваи производит 70 лет. Цена точно такая же. Что вы возьмете? Вы эти деньги заработали. Они вам очень, они вам очень непросто достались. Есть автомобиль компании, которая их выпускает 70 лет, и они дешевле. И есть трамвай отечественного, патриотичного производителя. Что вы выберете? Отлично вы. Ну, мы все-таки проверенный вариант. А как же патриотизм? Ну, а как патриотизм? А я вам скажу, патриотизм начинается, когда надо кричать. Сейчас говорят, кричат, покупайте отечественные трамваи. Okay. Окей, э, Киев купил Львовские отечественные трамваи. 12 штук. 8 стоит постоянно на ремонте. А теперь представьте, мы купим 40 отечественных трамваев и возможно... С высокой вероятностью с ними начнутся проблемы. Мы потратим огромное количество бюджетных средств, они начнут ломаться. И что будут, и что будут говорить жители? Посмотрите, какие они идиоты. Они взяли и купили этот хлам. А почему же они не купили «Сименс», который стоит практически столько же? Поэтому перед тем, как принимать какое-то решение, перед тем, как выбирать трамваи, эти решения будут взвешены. Поскольку трамвай – это продукция, которая приобретается как минимум на 35 лет огромное. Вот смотрите, мы купили трамваи в Лейпциге, да? А знаете, какие в Лейпциге сейчас ездят трамваи? Те, какие мы и купили. Эти, мы, они же не продали все. Они продали, у них, их, у них этих трамваев в городе 150. Они нам продали 20. А остальные 130 у них продолжают ездить. Они купят 20 новые, и эти следующие 20 продадут. 130 трамваев в городе Лейпциг на сегодняшний день ездят по городу. На точно таких же, на которых ездят, будут ездить наши жители города. Когда говорят, они купили металлолом, ну хорошо, возможно, только в Лейпциг поедете, этот же металлолом, как вы его называете, на нем жители Германии ездят По состоянию на сегодняшний день Они же не продали этот весь как та віськак не купили себе новые. Они часть новых купили, старые продали. Часть новых купили, старые продали. Мы тоже будем так поступать. В вашому ж дописі. Ви зазначали, що одні з причин таких поломок, якщо я не помиляюсь, є саме якість реєктрамвайних шляхів у Дніпрі. Коли плануєте розпочинати ремонти, і скільки. Может, вы уже оценивали, сколько потрібно часу для того, чтобы відремонтовать, ну хотя бы если не все, то большинство трамвайных шляхи. Для этого необходима сумма как минимум 7 миллиардов гривен для того, чтобы отремонтировать все пути в городе Днепр. И на это идет по самым минимальным срокам это 3,5-4 года. Это если будут деньги, которых сейчас нет. Поэтому, скорее всего, мы отремонтируем капитально для начала два маршрута. Возможно, это будет первый и, возможно, это будет 19-й. Это который идет с Левобережного 3 на площадь Сарамовстовую, бывшую Островского. Мы не отрем... там ремонтировать нечего. У нас трамвайного пути, за исключением некоторых участков, которые мы делали по капитальному ремонту, там небольшие участки. У нас ремонтировать в городе нечего. И надо его полностью менять, с основанием совсем вместе. И только после того, когда мы полностью вот заменили весь 19-й маршрут, целиком, не куском, а весь, и вот потом на весь 19 маршрут мы уже купим дорогие новые трамваи, и тогда их поставим. Отремонтируем полностью первый маршрут, полностью на весь первый маршрут поставим новые трамваи. Но покупать новые трамваи на наш ужасный путь – это просто самоубийство. Угу, угу, угу. Дякую за ответ. И на останок. чи чьи сегодня нестача кадров у сфере транспорта Большая есть недостаток. То есть, будем говорить так, на сегодняшний день мы бы с удовольствием приняли порядка 20 25 водителей как трамваев, так и троллейбусов. Причем у водителей, я должен сказать, у водителей троллейбусов средняя заработная плата 15 тысяч гривен, у водителей трамвая где-то порядка 11. Добро пожаловать, примем и обеспечим жильем. Это достаточный стимул, как вы для молодых, яка ну, еще, ну, еще сама шукая работу? Я думаю, на сегодняшний руку. день это достаточно неплохо. Кроме того, мы готовы их всех бесплатно обучить, и даже на период того обучения, когда они будут проходить у нас обучение, им будет выдаваться какая-то там небольшая стипендия. Дякую, зрозуміло. Ну для наших глядачів я нагадаю, що сьогодні разом з заступником міського голови Дніпра Михайлом Лисенком говорили про ремонти вулиць, реконструкцію інфраструктурних об'єктів Дніпра, а також про оновлення е транспортної інфраструктури міста. Ну а з вами була тема дня у студії. Працював Артем Лисенко. Бережіть себе, побачимось.